если в первом периоде носились туда-сюда обратно, в основном эти атаки сходу, то во втором картина иная. И более такой энергозатратный хоккей. О, хаппала, хаппала, бросил, уложил Гудочика. Спартаковцы с трудом сейчас уцелели. Ну, собственно говоря... Ой, смотрите момент еще раз, как да, Гудочек с Иванов сыграл. Смотрите, вот еще раз, клюшку положил и все. Гитара и брянь. Три аккорда. Не так уж мало. Ну...